Да. Алло, я сейчас отъеду, ребят. Да, Меня кофе. простили. Так, ну вроде Я по тебя центру можно идти. в шапешнике флешками хилю, я не знаю, я как бы. Я понял. Рано начали, больно. Заходи. Так, дочь самуруй, ты шо? Харакири сделал. Кстати, а где Юля-то? Профу качай. Юля. Она чаёк пошла попить. Что-то мана нет. Турбойс, живи, братан. Встань их. Ну, кульчи на меня её спасу. Вы чё пришли сюда, блин? Подрочить, что ли? Ой, да хочешь прикол? Я тебя хилить не могу. Я пошел. Да ложитесь нахуй. Заходите в ворота, заходите. Агрим или выйдем? Нахуй и выйди, давайте хильте нахуй. Для чего я войско давал, блин? Чисто прикольно. Это я думаю то, что все, короче, все уже находились в ЦЛК. Можно и рожь. Вот мы и на месте. То, что произойдет здесь. Что, убили? Неважно, каким будет. Да ну ладно. Мы с циркулем все подключу. Сражавшимися за свободу и покой своего. ЦЛК без хилов, да? Нит 2 ДД. Просто вовремя курить пошли, или что они там пошли делать? Причем я даже не слышу, что кто-то сказал, что они пошли. Написали. Я про 1000 всем бафы. Давай подождем всем хилом, давай 2 минуты перекур, подождем, пока все подойдут. У кого-нибудь минуты есть, у меня кончаются? Окей, пойду курну туда. Ну, блин, он все равно не на всех успеет сразу все кинуть. И у нас есть 2 паладина, которые каску могут дать и кулак. Чё, сумка вообще, блядь, в шипашнике, ну? Ну, я тебе вместо прота МП5 дам, Антон. Это чё за фаталити, фаталити? Фаталити. Так кто-то пошел у нас. Так, блядь, зачем пулите-то? Не удержалась, еще бутерброд съел. Мы бессмертные, друзья. Какой, блядь, кулак бафнул по рону? Да? Ты чё, я бафа? МР-5 не бафайте. МР-5 не бафайте, я буду тотем ставить. Пускай кто каски. Бафайте, бафайте. Каски Волмен, блядь. Твисер, а можно мне вместо прота каску? Волман. А, он отошел. Либо вместо креста каску. Нет, побежи с крестом. Что, мы идем? Нет, перекур, блядь. Зачем вы бафаете это прота? Кому оно надо? Это, видимо, этот турбойс бафнул. Турбойс пошел курить, что вы хотите, блядь? Что вы нахуй вообще базарите? Лицин, опять нам без каски. Ну, зато видишь, как я заброчусь у вас. Всех крестики есть. У нас, говорите, ни одного ардзашника, да? Давайте, пока если он круто раздает, давайте тогда я буду каски. Что делать?
уже цену, ёбать. Снял по центру. На рейд на 5 боссов. На 6. Ладно. Донесется. Быстро.
Я, короче, такая сижу, осознаю то, что я, получается, на ребре будет впервые вот этот спеть еще на каких-то боссов, пиздец. Паука не свечу. Рикс, как ты опять сдох? Вот скажи мне. Ты быстрее очень зря. Так сколько не сдаем? Танк в попу накинул и агро сорвался. Понял. Жуткое чувство, что мы, блядь, ребра добиться будем. Весь и все это сама не захилит. Три роги, да? В жизни не пойду нахуй в этот рейд. Я не пробовала, но тут хилить соло хуликаром. Варшана, возможно, захилила бы. Типа, если ДД не хватает, то меня спрыгнуть. Че, тысяч хосты нет у тебя, что ли? Весь. А, у меня есть еще хосты. Ну и чё? Чё-то боишься? Ой, дай мне упал этого, блядь. Пусть одна хилит она. Лапки не будет, да? Ой, это возьми рыбу с ГП. Надо еще поставить. Ты единственное, что меня спасет, походу. Просто ты внимание на бомжа не обращай, который получает много урон, тогда ты всех захилишь. Твися так не может, Твися добрая, она всех спасает. Даже бомжей. Барабаны на лапу есть? Рейд. Миликов нахуй без единственного бафа. Охуенно, блядь. Блядь, как дед, сука, пердет. Эту рыбу можно и так поставить, блядь, без профы. Давайте, блядь. Харедный эти натуры. Да не, ну я просто время проебываю. На лапку бы, конечно, барабанили. Нету в ГБ, да? Войт, тут так же все осталось, клиф делится, да, от ребра? Да. Так, где у меня, блядь? Бля, почему мы 240-го танка никуда не берут, а его 232-го взяли? Никуда это куда, бля? Да хоть куда, бля. Продаем. Что там, блядь, чисто на льдом кто-то, блядь. Ебать. Шибко не разбегайтесь. А чё, можно под вихрем херачить руку, да? Главное, чтоб не попадало на тебя пламя. Волман протоаура есть. С
Лиса! Подкрепи, ты что делаешь? Он стоит. Ты не танк? Да ты сложно играть. Чем ты говоришь, почему тебя никуда не берут? Так я пал танк. Контакт. Отдаём его нахуй. Вы чё, блядь? Чё началось? Нормально общались. Хоть один протопал меня удивит, будем держать на себе щит свой, на серый. Через раз как ты кидаешь. Не, ну тут очевидно, что мы делаем. Бурстим, шип. Ну я когда вкачаю, буду удивлять. Держи. Спасибо. Да, держу на себе. Здоров. А тут не получается щит держать постоянно себе, потому что у паладина неправильно агронабор работает. Из-за этого приходится бить другими обилками. Это нормально. Не знаю, я пока держу. Ну ты по КД держишь, и у тебя ты пропускаешь 1-2 удара. Не может такого быть. У тебя КД упирается. А как ты, блядь, пропустишь, если тут, сука, 3 на пула? Паладин оф там. Да пизды вообще на все это. Ну, явно пулевую в ДКшника. Я тоже. Господа, одинок. А чё, ДК мейн? Блять, да что за хуйня? Продаём. Игра говно. Говно и воняет. Отсюда чувствую. Так, у нас минута ровно до убийства босса. Иначе у меня метка спадёт. Хоть мы долго колупаем его. Конечно, посмотри на ДПС, ты потом охуеешь. За ДПСом-то для десятки. Чтобы закрыть. Очень слабо, смысл. Даже для десятки нахуй. Не, нормально. Мне, в принципе, нужен только череп, поэтому после леди я могу зайти на. Мне тоже надо только череп. Ты, в принципе, сразу можешь зайти на вар. Я Лексу. Чё? Я говорю, можешь сразу зайти на вары. Не, пусто. Игра говно, я тебе уже говорил. Блин, можно, нормально. Блин, да ручку нельзя, да. За трансмотр, одна ручка. Если ты можешь... А, вот на ручку нет. Чё, кому-то это нужно? Я просто заберу там на туфспек. Забирай. Напала? Убирай. Ну да, не напала клеймор. Неплохая пушка. Да я ничего не знаю. Как я без крита умудрил 110 кадать? Пиздос, блядь. На мир пало проклятие слепоты. Вам удалось сквозь пелену лжи разбить 8800. Источник истинной силы. Эй! Эй! Стоп. Блять. Фух. Не будет много или вытащить. Я не знаю, кого там бить можно за милика, а кого нет, я тут что-то пусто. Пока тут постоял. А вы, блядь, сделали нахуй. Всех, кроме помощников. Помощников. Чё всех-то сагрили? Вы чё, ёбнулись нахуй, ты чё? Вы рейд видели? Я как бы, вы можете умереть, и я типа воскресну. И не выхили. Бля, я еще раз нахуй целка десятка обучку пошел. Боюсь ближе подходить. Че вы ведете эту хуйню, блядь? Не выкинула. Бля, он еще и вылез. Я понял, я не знал, что здесь вот такая хуйня. Ну, как агрессивно. Не знал, но каждый раз, блядь, турбой, нахуй, ходим 25 км, 20, 10. Ну, смотри,
агришь одного моба, за ним бежит еще 5, потому что рейндж тарелок... Рейндж тарелки увеличивается на 20 метров, если не на 30. Из-за этого вся такая беда. Это так же, как и на лане здесь. Ну, не совсем так работает, как должно быть. Увеличивается дистанция, блять, способностей. Хотя, с какого хуя она должна увеличиваться? Аккуратно, тут стоит этот воскрешенный. Чебупель, блядь. Я тут такой сижу, думаю, какого хуя 2.10 КДПС, а потом понимаю... Эй! Крикс, чтоб ты понимал, я ей уже раз 5 говорил, чтобы она пушки местами поменяла. Она постоянно одевает их так. В смысле? Я менял, я поменял раз 20. Ну и так, блядь, я тебе еще когда говорил, в другом месте, блядь, говорил. Ну. Тебе надо в правую пушку одевать 2.5, а в левую 1.6. Ну или сколько там, типа, медленную в основную руку, быструю в левую. Что я их по КД меняю, вам постоянно что-то не нравится. В каком КД? Кто тебе еще, блядь, говорил менять? Постоянно как на тебя смотришь, у тебя пушки в разных руках, блядь. Не, она имеет в виду, она их меняет, то есть. Ну, бэк поменяла, бэк поменяла. Может, ты там как, может, у тебя там какой-то макрос на одежку, и у тебя он стоит именно вот так? Нет. Тогда я не знаю. Вот так вот, как у тебя сейчас идет, вот так правильно. И чё я могу? Чё я могу убить не могу? Да блять, другого держи, отойди от Клива. Не поворачивайте, не травмируйте психику. Единственный рейд, в котором захотела свохнуться, нахуй, блять. Ну да хватит уже вот эту атмосферу задавать. Надо как-то поднимать руки, надо. Отманиться пришли, мне тут нахуй ничего не надо. Помощников бить нельзя? Не-не-не, бей-бей, нормально. Тебе можно. Чепуха, ёбаная. Смотри, лучшие друзья тогда. Если бы его на шип кинули, я бы его сразу продал с пула. А, бегите. Пидорас, а? Вот почему на трэше ловушки прокуют каждый разрывной выстрел, а на боссе, сука, нихуя. Это нечестно. Игра говно. Я там где-то слышал, что комбаты не свечаются. Стурбы тоже. Свету свечается, нахуй. Вы, блядь, еще его нахуй убили, нахуй, этот трэш, пока не выйдет второй. Было бы нормально. Это изи. А вот этот, он будет умирать, или он так сам? Или он за нас? Мне кажется, он за нас. Смотри. Это мой кореш теперь, Томас. Кто? Вот, смотри, я с ним тусуюсь. Где, блядь, ты с кем тусуешься? Это Володя, блядь. У тебя нет лестницы? Смотри, блядь. Нет, это Володя. Так мало уешит, нахуй. Там мобов починили, что ли? Ебать, мобов починили, нахуй. Ебать ты, сука. Лекс Ефрейтор, блядь. Ну хуй знает, у меня там моб на лестнице стоит. Значит, там квеста не было? Нет. Блять, квест на чем кушаем? На Синдруна. Да изи, ёбнешь. Чумку или Синдрум, блять? Мальку сможем, думаю, осилим. Наличие. А я думал, сова. Сова хоть критер, да ладно. Походу после рейда тебе придется все-таки на вар заходить. Ну да, походу.
Да кидал его, блядь. Так и знал. Разводится. Про кидалово рассказываешь, меня сюда в ШП позвали. Видишь, как ШП шо, блядь? ШП ко мне звал, блядь. Ты, сука, написал, блядь, что это да я сюда иду. И что самое главное, в гильдии все сами повелись, то что ты ШПшником пошел. Говорят, у Шансунга же только ШП, блядь. Кто такой, сказал? Все, Войд переманил. Эффект иллюзии, да? Войд меня переманил на эту светлую сторону, блядь. Хотя сам андет. Ой-ой-ой. Популяем? Боешка. Анрол. Сюда дайте, блядь. Напало одевать надо. Побойтесь бога. Стали рыбы. А барабан на лапку есть? Тебе нужно не это кольцо, я где-то слышал, напало. Чё, это тоже подойдет, блядь, на первое время. Нахуй крест по себе бафы, сука, конченый, блядь. Я что-то, сука, хотел сделать, забыл чё на. Ливнуть? О, нашел. Лут поставить за бафы. А, да, в натуре, блядь, анрол нашел. Анроли череп. Так, я слышал, комбат тут это берется, да? Трэш, Лилис. Трэш, идите, блядь. Сейчас ловушку поставлю, секунду. Ну чё, комбаты тоже здесь? Ёбаный вот. Все свечают. Я только бурстанула. Бурстанула? Смотри, видишь, трэш слили, даже следующий еще не вышел. Ебанулся, да? Отлично, потому что в обычке он выходит, сука, 50 секунд, почти на. Надо было в Геру идти. Тогда бы точно повесились нас. Гера и Лек, почему обличка? А в десятке там то же самое, что в 25-ке? Нет. Нет, там по сути с одной стороны мобы выходят. Они также продолжают выходить на второй фазе, но с одной. Только в 25-ке тоже с одной стороны же выходит. Там один мамп с лестницы выходит. Ой, что-то запизделся, я с вами бью дальше. Я побегу. Моба, милики. Я думаю, я завис. Проклятие некому диспалить, заебись. Так у нас же этот есть. Кто? Как вы? Шаман? Он разве не может? Нет, пока Рестер. Да, ну ладно. Если вкачан. Только Рестер может. Если только талант даже вкачан. Ну тогда все. Тогда извиняйтесь. Вот, вот, тогда выходим, да? Тогда извините просто и все. Готовимся тратить. Там кто-то, блять, обещал ПРЛить, да, Волман? Это, походу, последний трэш. Дальше можно переводить. Да, могу, чё, надо что? Эраль бы я ебал, пацаны. Как скажешь. Там идёт с лестницы, там, смотри. Блядь, пришёл. О, долбоёб пришёл. Походу, не последний трэш. Короче, пришёл. Можем перевести, в принципе. А потом трэш слить. Ну чё, давайте вот дальше сами. Трэш 15 секунд. Походу не переведем. Нет, вы успеете. Да? Не-не, вы успеете, все нормально. Бейте. Даю бурстун. Войд, сразу на середину, веди его. Сука. Нет, мы не успеваем. Да бейте вы! Стоп! 2 секунды. Да какой стоп, там 100 тысяч. Доты переведут. Всё, я видел, как они 500 касс сколько долго сводили нахуй. Это все хуйня. Сводим трэш в середину и, блять, босса посередине тоже ставь. Вот войск мертвого зря. Понял. Убейте эту. Маги.
Убейте, именно, пожалуйста. А подкошу, оно дамажит, кста. Че, честно? В смысле, маги, блядь, какие маги? Ну, блядь. РДшники. Да. Один хан. Тут тупо один хан. Некому бить мобает. Хилы бейте хит на этом. Шансунг в ШП. Напомните на голову, пожалуйста. Дух ханта. Я засмотрелся все. Каст. Видишь, я стреляю. Дух. В мили-зону дух идет, отбежали. А он не в хэму. Я сказал ему не релю, ты чё лезешь, а? Я не релю, я просто ему сказал, что он тут закрывает. Дух, напомню, хан. Блядь. Хан, друид. Или может, кто-то. Может, это в гели отбегает. У нас нет друида. Друид. Которого нет, блядь. Обозвали друида. Блять, кто-то записывает. Каст. Дух мелизону. Бегите, глупцы. На волну на пулли. Подам запись этого рейда за 500 голов. Дух мелизон. Дух мелизон. Съели. Вкусный дух, блядь, походу. Изи, бля, изи, просто изи убили. Да пиздец, не прошло игру. Просто раскатали. О, неплохой череп, да, кстати. Продаем. Хотели череп? Череп, берите череп. Сука, не успел. А ботинки-то неплохие. Офигеть, а еще одна нитая зеленка, да, походу? Нашел этого человека, который не дыли. Вот, ну ладно. Мастер разрешает. Чё? Да, так РЛ Валман. Нет, РЛ мастер. А я РЛ. РЛ. Это так, типа, на полшишки, да? РЛ Валман, а я РЛ. Нет. Ну, блять, это разные вообще люди. Вы же сами запутались, блядь. Да. Это сушер, типа того, турбой су РЛ, да? Я вообще пьяный, мне похуй, так что отстаньте от меня, блядь. А мне пиво ты не привез, блин. Не привез мне. А ты, блин, сразу, когда тебе задают конкретный вопрос, ты отвечай сразу, тогда у тебя будет успех. Понимаешь? Я просто не с того подкат начал, надо было говорить. Да я не подкатывал нисколько, я предлагаю людям всегда. Если они отказываются сразу, значит не хотят. Ты должен был изначально предложить. Че, я упрашиваю, что ли? Да какое пиво? Я тебе никогда в жизни пиво не предложу. Вообще. Почему? Это... Ну потому что зачем оно тебе? Я тебе предложу лучше вступить в группу какую-нибудь, где танцуют красиво, животик тренируют. Че, блять, нахуй тебе пиво? Лучше пиво тоже животик тренирует. Слушай, ну это литербольное занятие, сугубо мужское, так что... Мы тоже животик тренируем. Другому. Ну понимаешь, у меня у нас это настройки на увеличение, а у нее на убывание. Если честно, я бы уже пошел курить. Хватит курить. После профа, блядь. После Личана. Там это чё? После Личана. Прошло 2 года, так и не видел сигарет в зубах. А чё, мастер курит? Он же говорил, что не курит. Не пьёт. Он в этом рейде закурил. Я не знаю, кто-то это говорил. Он в этом рейде закурил. 2+, пожалуйста, сразу в пушки. Блин, я раз. Так, а знаете, что решает, какой плюс тут на? Кто так может, так и может сидеть в пушке, нахуй. Сидеть. Короче, мы с Виси в пушке. Джетпаки возьмите. Убивай. Он юз джетпак, пожалуйста. Чё, мне мой тут ПФК, что ли? Вы в курсе, что нам пизда? Вы знаете это, да?
Я полетаю на тот край. Оружейников никто не убьет. Давайте я... Все нормально, все нормально. Летает, убивает оружейников. Хантер. Ну, Хантер остается на этом корабле. Еще, блядь, милик какой-нибудь один. Мастер, давай ты будешь летать, убивать оружейников. Давай, шаришься. Где дочь самурая, нахуй? Ну, и давай, дочь самурая. Ты летаешь, помогаешь убивать так, оружейников. А где он вообще? Он что, блядь? Я спросил, где он? Я могу полетать, убивать, разницы нет. Прям вообще сюда зашел? Он не на корабле. Каску по ханту. А нет, вон он здесь. Короче, получается, с Урфанга, вернее, как его там, блядь, ну на том корабле, короче, Мурадин, да, Мурадина, вот я буду держать до 30 стаков, потом улетать, сбивать стаки, а потом обратно возвращаться. Так каску что не торопитесь на мага лететь. Потому что у нас один мелик будет убивать оружейников. О. Чи, да? Да, я вижу там. Надо попробовать 4-10. Дочь самурая, возьми джетпак. А, вижу. Ну, у нас все готовы вроде. Если что, я спрячусь в трубу, нахуй. Джетпак, я не могу пролезть в трубу, нахуй. Пиздос, нахуй, ёбаный Торрент. Косовик не готов. Всё, все готово. Это все индивидуальная тренировка пуза. А, я... Крыск слева, Samsung справа. Samsung. Ну да, пусть сидит. Чё? Я в трубе. Ты, да, я. Чё делать, чё делать? Сыны и дочери Орды! Сегодня... Как вы... Как ты? Как там, муравью кое-что приделает. Да ладно. Хер придел. Да, дочь самурая, ты в Дискорде? Скажи что-нибудь там, напиши. Да, в Дискорде. В Дискорде? Я понял. Это, помогай, это... Помогай, пожалуйста, оружейников убивать. Потому что у нас РДД ровно один. И кто такой себе? Да не, нормально. Самое главное, то, что их мало. Где ваш этот штурман, блядь? Штурман? Это ближайший, который... О, смотрите, Мурай. Короче, Мурай, давай лети. Лети с это. Я помогаю тоже. Мурадину пока подержу. Нихуя. Так, а что делать надо? Вниз прыгай, нормально все будет. Все будет по кайфу. Хунтер. Хунтер, я не вижу тебя. Кого? Я стреляю, но тут кого-то. Я танчи! Блин, зачем с меня забрали? Я танчи хотела, я даже ускользание прожал. Все, я ухожу, не короче, стаки скидывать. Уходите, что? Уходите с того корабля. Сейчас стаки слетят, 2 секунды. Блин, твинс, все нормально, летим, убиваем. Войт не летает? Нет, я летаю. Войт на том корабле. Чё-то 16 стаков ничего не спало, не? Нет, не спало, потому что больно быстро. Нахрен вам оружие? Кто не убьет? Сейчас нет, когда берса будет, убьют их. Ну хант их по одному помбляет, всё. Спасибо, 10 тонн. Так. Мастер, давай, добивай вот этого, которого ты бьёшь, оружейника, и полетели на тот корабль. Меня уже тут пробивает, уже ревностный сработал. Все, улетели. Ждем, пока стаки спадут. 30 стаков, это что-то больно. Больно, не больно, не. Ждем, ждем, не лететь, не летите пока. 30 стаков у Мурадина. Все, можно лететь. Оружейники — это те, которые стоят вдоль корабля на ближайшем борту другого корабля. Люс, у тебя есть джетпак? Я ты задвинул. Лети, убивай мага. Но уже не надо. Улетели. Улетели, улетели.
прыгай, я улечу. Блять, этот Володя убил, ублюдок. Не прощу. Резай, пока время есть. Ну да. Кстати, нахуй мне тут убьет. Его все равно убьет потом. Конечно, если он под спайсом. Ждем. Ждем, вот 2 секунды полетели. Давайте, давайте. А на Уфе он так же работал? Нет, нет, не так. Там у Мурадина стаки складывались от полученного урона мобам, во-первых. То есть там больше 45 стаков всегда было. И урон квартирщики и оружейники наносили в 2 раза больше, наверное. То есть там вайпнуться было на 1-2. Это считался, если вы убиваете только 1-3 квартала, самый сложный босс. Мне говорили, что всегда люди, короче, прохил Волмана, пожалуйста. Они ставили хэм и убивали этого. Все, я улетел. Значит, там Твинси уже не справляется. Ха, полетай. Я без мана. Лекс, улетай. Да мне попали. Прожим даю, лечу, давайте, убивайте мага. Твинси без маны. Кто-то сядьте в правую пушку вместо меня. Он Твинси, сядь ты, парень. Быстрее мага, пожалуйста, убивать. У меня тумор один на 34. Какие уроки, классная анимация от паки просто. Уходите, уходите. Мастер, уходи. Уходи, я прыгну, все нормально. Хорошо. Там 3-4 стака, просто ваншот прилетит тебе. А он топориком кинул, вообще 2 комбинации. Сейчас 44 стака спадут. Этих стаков мне норм танчить на офе. 40 стаков это Мурадин топориком кидал по 120 тысяч в 25 хейм, так что я вообще, у меня другие мысли по этому поводу. Полетели. Сейчас Олег сдохнет, смотри. Ну хуй знает, мы когда гильдой на офе 4 нахуй, чё, блядь, ПМ-ку ходили, когда вот прошлой гильдой мы фул корабль стояли, ну просто на наш вообще не возвращает. Так и здесь не работает, потому что прыгай назад. Ребят, давайте быстрее, у меня стрелы не бесконечны. Дочь самурай. Выбей лукса за сангелом. Дися, а ты че мобов-то не бьешь на этом корабле? У тебя же печать. Там аргумент не успел. У меня на свет печать. Сейчас нам. А почему на свет, а не мудрость? Мудрость ставится, если мама не хватает. Там символ. Не. А символ, да. На свет ставится, когда тебе мама не хватает. Там плюс захил идет. Я думал, Криксу пиздец. Я просто смотрю, он перелетел, и Мурадин так уже бежит к нему, я. Уже готов ему, понял, пихунька. Так он у него уже топор кинул. Точно, самурая, похильте разочек. Он далеко стоит. Прыгай, Волман. Хороший, блядь, говорю, Волман. Лиморти, о. Да сам ты Лиморти. Лил Морти? Да. Чего ему подыгрывает? Блядь, я упал. А, помянем. Земля пухом. Чё, щиток на танками? Ты выпьешь за мой упокой? Нет, шмот на рогу, я не знаю, что тут падает, но, пожалуйста, шмот на рогу. Топор падает. 2,6. Топор падает 2,6, да. А с ребра падал 1,5. Угу. Давай, топор, топор, топор. Сука! Труба, это хороший лут. Так, на хули пала труба. Сука. Войт, а напомни, что здесь вообще надо делать? Что-то когда-то, я помню, переагривать надо, когда-то баф вроде. Вспомнить вчерашний разговор, блять, Волмана нахуй, да? Турбейсона. Я уже на офисе танчил. А можно я буду офтанком? Да я не... Я уж, блин, здесь 8 лет не танчил, может 9.
Я не помню, что здесь надо делать. Стоп, 23 минус 9. А это сколько? Чё, блядь? 12. 12. Чё? Я тебя пиздец. У меня знакомый работал в церкви, и там был халявный. И он пропал нахуй к дьяволам, да? Нет. Нет, я с 12 лет нон-стоп ебошил у него. А, я слышал, что в Ватикане за педофильство какого-то священника посадили, да? Эти смешные. Нужна информация. До сих пор это... Там до сих пор инквизиция работает в Ватикане. Ну-ка, подскажите мне фильм какой-то нормальный. Тебе с Милой Кунис? Чем? Просто с Кунис. А чё она там? Чё, играет? Мелодрама? Мелодрама? Не, я не хочу мелодрама. Сколько нам до пола осталось? Полчаса. 27 секунд. Как же они долго пиздят. Так чё, фильм какой-то кто-то смотрел, интересно? Алло. Я не смотрю фильм. Какой фильм? Ну какой-нибудь посмотреть охуенно. Могу аниме посоветовать. Да. А, кстати, у меня хорошая новость для всех, кто находится здесь, и не только для вас. В общем... Нет, я не буду ролить. Я кто уже недоумил? А, я рассчитала все капы и подумала, и поняла то, что нахуй нет. Кого ролить? Глор. Гролин Церк, что-то там. Я тебе говорил, что он говно, блядь, он БДК. От него, блядь, если вы только воняет. Не собираете, нахуй, 56 мастерства, ты как-то. То можно собрать только брюлями, нахуй, тут. Или в Т-10, если ходить еще. В том же самом случае можно брюли поставить нахуй на стамину и ебать себе мозги, плюс флоры заменить мозги. Я так понял, в трэш вообще никто не свечится, да? Не то что роги, блядь, так еще и вары. Не, ну у Крикса правила арбсы не свечиваются, у меня сурвы не свечиваются, за остальных хуй. А у меня правила ретрики не свечиваются, заебись. Все. Ну, Юля, давайте. Ты что не дамажишь? Чисто подбегай лужу, кидай, хоть от тебя дамаг будет. Да. Вот бы вас всех в один рейд, да никто бы трэшнее. Так мы так в одном рейде. Мы так все в одном рейде. Ай, бля. Метка установлена. А вы чё, и Волмана будет прилетать, когда сроки будут? Вообще, я не моргаю, сука, не дышу. Дышать вредно, забей. Ты как можно? А тут время... Тут время берсы увеличили, что ли, в десятый? Под наш рейд подогнали специально. Лев, свой, Вэл... Фу, блять, Вэл. Крикс, помнишь, мы когда ходили в десятый? Мы не могли, блять, берсы убить. Это когда вы моего ханта в огонь? Нет. Или это еще раньше было? Раньше, когда мы 240-ми, там 235-ми, такими ходили бомжами. Ничего не изменилось. Как бомжи были, так и остались. Пошел нахуй. Сам пошел нахуй. Пошел ты нахуй. Тебя как звать? Тебя как звать? Кого? Тебя. Владик. Владик. Владик, иди нахуй. Ну, сейчас обидно будет. Да это чё, прикол, что не слышал это, такой? Я тебе только недавно рассказал про этот видос, блин. Да. Турбойс. А, чего? Блядь, вы понимаете, да, Руби? Сука, подловил, да? Крикс. Как... Ты думаешь, что сейчас он туда скажет? Крикс вообще молчит. Специально, походу, ничего не отвечает. Здесь вспышка слева, вспышка справа, блядь. Ну.
Нельзя отвлекаться, вдруг нахуй твое очко куда-то. Мы как будто находимся в вашем дискорде то. Нельзя говорить цифры определять. Какие? 300. Сколько? Тракториста, да. Ну там уже Борька едет на самом деле. Ее ж королу уже выехал. Жди Бориса. Он будет без цветов. Это был пиздец Капериса, ну Капериса. Блять, я так и не поменял нахуй вот последнего, блядь, рейда за нахуй этот спек, блядь. Сука, с массакрой, блядь, пью. Ну только не говорите, что мне придется кистевые брать. Не хочу кистевые носить. Роги с кистевыми, ну это... А теперь вытирай монитор. Томас, лови. Ты что, в камеру плюнул, дебил? Как мы с другом в MMORPG какой-то играли, левое. Я такой ему говорю, ты чё, бля, голый ты нахуй сидишь, ебать. Он такой говорит, а ты чё, это я чё, вебка что включена? Слушай, это можно. Как Сагри в следующий раз прожми этот, блядь, прожимку. Я сейчас прожму. Да щит висит. Вот это норм было, зашло, бля. Неплохо, бля. Ебать, мы его убьем когда-то. Завтра, подожди. Ну ты смотри, 3 минуты до берсы, и мы его почти добили. Так что у нас еще время в запасе есть. Да-да. Можно пробить. Давай перчи. Хуй народ, а не перчи, блин. Сука. Чё за топор? Чё это за говно падает? Шея на поле. Погоди, а чё за колечко? А, за репу. Так, репутация. Что такое репутации, как с этим бороться? А, да? Пепельница, да ё... А Рога на ловкость носит, да? Блять. Не, на силу бери. Или на интеллект. С интеллектом бери. Взяла с ловкостью сосите. О, блядь, на трубу, я трубу нахуй сродил, да? Кому-то труба нужна? Ходжить не надо. Мосс. Нет, я Элемон пока не буду. Пойду водички налью. Просто мать нахуй мне нужна, блядь. Разве что кого-то заебывать, что мне... Что там, кто откроет? А? Все ждут, пока кто-то откроет. А вы что, там умерли, что все? Ну я сдаю, да, я пытался открыть, но... Юля не понял. Понятно, ты чипо, блядь, ты еще тот. Открыт. Тебе надо умирать, да. Спасибо. Ты-то понятно, ты еще тот чипо, блядь. Чепухно. Будем валик убивать, да? Будет ли это делать? Ну я курить пошел. Я такая же. Квест будем брать, нет? О, да. Квест самое главное. Это что ради чего мы? Может быть мы сделаем квест без убийства чумки? Да как? А, или тут за тут исправили это дерьмо. А, типа ты имеешь в виду тот баг, да, он больше не работает. Я в 10 гер пробовал, такое не получилось. Печаль, беда. Придется убивать. А нам урона хватит? Нет. Слышь, да ты навара заходи, чипо, блин, ты охренел? Иди нахуй, блядь, может ты навара за... Мне нужны шмотки, а тебе уже, кроме черепа, отсюда ничего не... Мне... ты, ну, я хочу тебя еще почистить. Давай, придумай. Владик, если правда тебе не жалко, когда мы бы хоть побыстрее немножечко убивали. Ну, сука. Слышь, как тебя назвал, нифига себе, я ебал бы, отвечаю. Я не ее сказал, это. Ну, ты понял. О, блядь, ну черти, блядь, мне еще заставить лететь 100%. Сумона же нихуя нету, я походу. Юль, ради этого можно пойти при сумоне. Сейчас выходим, и нам еще гейнг-бейнг калики сделают. А?
такие интересные, смотрите, сейчас люди АФКшат, там кто курит, кто дрочит, да. Мы пошли сумонить. Они потом придут, скажут, хули вы так долго? А еще такой прикол, его еще никто в рейд добавил. Мы еще ждать. Я могу, у меня есть все. А, все, да-да, добавляй. Ну что, получается, мне теперь напуливать надо, да? Всем надо, так всегда надо было напуливать. Но я забываю постоянно. Так, Лекс, ну ты что там? Он еще небось ушел, блин, курите. Лекс. Слышь, может он спать ушел, Юль? Нет, я не думаю. Фу, какое. Лексус. Владик. Пиздец, только не говори, что мы друг друга не видим. Зашибись, у меня квесты не сделаны. Че? Я не вижу тебя. Я вижу тебя. Нет, не вижу тебя. Меня только на карте видишь. Я типа так же, надо кому-то выйти у меня. Ну, где я квесты не вижу. Просто заебись. Я сейчас пойду. Стоим. Мы единственного РДшника променяли на еще одного милика, да? Это, ребят, я никого не вижу в ледяной короне, вылетел кто-то один из сумок. И, Владик, зайди, пожалуйста. Это так. А плюс один работает в ПМ? Да, но ты мне в друзьях должен. Хорошо. Тут даже без плюс один работает, охуеть. Теперь у нас, в принципе, ни одного РДД нету, да? А, на офи такую штуку классную сделали. Можно подать заявку на приглашение в группу. Без аддонов всяких. Ну, наверное, не в группу, а в рейд. Чё себе? У нас тоже такая фигня на циркуле была, ты типа как вот в РБК встаешь в реку, то же самое в рейд можешь встать. Ты нажимаешь на окошечко, выбираешь нужный тебе рейд и встаешь в реку. Допустим, если кто-то ищет этого человека, его сразу берут и сумонят в инст. То есть там даже сум сразу тот. У нас тоже был. Зря тут не завезли этот, нахуй, Масумно. Че, он здесь уже? Че, блять? Сука! Что там опять за звуки? Блять! Юля, уйди! Стропонит, блядь! А массум тебе и не завезут. Это технически невозможно. Ну, масс-рез завезли. Масс-рез завезли, он работает в области. Чисто ульту Петлорда хочу сюда. И все. Ничего себе. Да чё, Вайда себе... Чисто сидишь такой, на карту тыкнул, бах, тебя в ЦЛК, блядь, кличу, прям. Не-не-не, хочу себе ульту Вайда, чтобы на БГ так ультануть нормально. Не послушай, а там крутится. Всех своих закрыть, да. Но я хочу себе личного маленького Вайда. Будет такой миленький андетик у меня дома. А? Ты чё хочешь, типа, выпотрошить Вайда и сделать из него чучело, что ли? Да. Мне хавчик невкусный приготовила, ГП, блядь. Ой, блядь, ебут, ребят, конкретно. Так Вайда нет. Чего Войт АФК шит? Ой, блядь, а я танк, ой, да, Юр? Это у меня на пул на него. Как сложно, да? Я на Валмана напулил.
Так, по-моему, Лик говорил, что он умеет хилить Завара, я в шепет. Ну поищи на меня. Мы можем попробовать пойти в одного хила? А-а-а, а я вижу, что ты извращение. А можно каску, пожалуйста? Да вот от тебя, да, я в ретрика. Ну не, давай тогда я в холле вар аспектнусь, а вы... Там Войд пришел. Ой. Ой, помните, вы говорили про Вайт на вонючке? Мне кажется, вот в этом рейде это реализуемо. Сразу дайте... надо будет Ольхайл или Луш. Дайте хоть что-нибудь, пожалуйста. Боешку, например, да? Вообще как череду, да. Держи, Лекс, не благодари. О, бля, спасибо. Предание сил. Я мечтал об этом. Ты что-то, по-моему, не то делаешь, Войд. Это лучше любой. Ладно. Поехали. Блять, зря бурстанул. Знаешь, как я тебе себя агро сниму, на? Блять, хотел с Лекса снять. Агро, блять, кинул на себя боб. Охуенно, блядь. Нет, сальва залетела. Тут не помогло. Мне все равно кто-то пиздит. Пиздит, рогалики, может? Да, это бы есть. Картиночки. Да что? Хочу, блять, ульту Фуриона нахуй. Выстрел сразу летал. Улетал на. Вы спите, превращался в кому? Где? Че там зеленку не идите? Два бомжа, блять, Алиса. Мастер разрешил. Сказал отца, что голдоп занимает. Блять, хожу, побираю из жопы, зарабатываю, профу прокачать, ну, блядь. Жопа. И сама нидить начала. Понятно. Вот, кстати, Войда, Войда. Пару мина. Ты не сейчас будешь рандомно спуститься. Ты с квеста возьмешь. Багруху. Ну, быстро руками, наверное, типа, запалит. Все равно кто-то пиздит. Рогалики? Да нет, блядь. Блядь. Я, кстати, не уверен, то, что вы в моей команде, блядь, два вот этих рогалика, кажется, блядь. Будет возможность, да, я напугал. На пиху. На меня? Нет. Странно. Это что, не в курсе, блядь, триксы дают на пути из дома? Ну ладно, спасибо. Пускай нахер идет. Плюс дамаг. Дайте лучше каску, вот это будет плюс дамаг. Кольцо на ретрика, блин. Чё это? Зачем? А вот этого нахуя, кстати. Да зачем его вообще убивать? Давайте еще две этих, да, блядь? Ну давайте. Вы сейчас вот кто сзади просто отлетит туда к собаке, блядь, и пизда. Блядь, живи. Да я, в принципе, без напула, без того нормально спокойно. Нет, блять, ну вот этот гномик мне прям пихунька. Бля, почему у вас у всех такие голоса сексуальные? Я не могу, бля. Кроме мастера. У неё обычный голос как величайший. Сейчас было обидно, по-моему. Кому? Он даже не понял, о чем. Мастер, я тебя люблю. Как ты так сказать, мне похуй. Вот пошел ты нахуй. Я тебя люблю. Чего она вылетела? Ты видел, с какой скоростью она прибежала? Пиздец. Радовать крылья, блядь.